throwing flashbang. Laying down smoke. Incendiary out, throwing a grenade. Smoke. И всем привет, с вами я, Александр Новасов. Сегодня я раздаю скины в CSGO. Ребят, мы сегодня раздаем ножи. Это первая наша часть. Ребят, я это делал на стриме как-то. И я подумал, почему бы это не сделать в видеоролике. И, в общем, это первая часть, и мы решили это сделать. Так, в общем, мы зашли на какую-то карту. Мы долго будем играть. Точнее, как-то так. Ладно, неважно. Всем привет. Я только уже зашел, меня уже здесь убили один раз. Ну это ладно, это не важно. Меня опять убили. Боже, красавица, броня. Кто хочет нож? Я. Конечно, я даю нож. Я нож хочу. Я даю керамбит, просто бесплатно. Давай, давай. Мне кажется, не отсосут. Да, мне. Это. А вот в чем подвох? Дай ни в чем. Дай мне керамбит, пожалуйста. Дай мне керамбит, умоляю. Ну как бы я хочу нож, но как-то я подумал и не хочу. Ну ладно. Ничего не надо было делать, просто ссылку на трейс скидываешь и все. И. Писи, лемон, сквиси. Ладно. В следующем матче объясню. Ace, my friend, ace. Так, заходим. Вот, меня уже добавляют друзья. И мы начинаем. Давайте. В чем прикол? Я просто раздаю скины. Я вам. Ace. Так, добавляйтесь, друзья, раздаю нож. Я тебе добавил, кидай нож! Так. Ага. Так, сейчас ждем. Пока что он мне кинул зачем-то обмен, хотя он даже не знает то, что я даю с сайта CS4 Real нож керамбит я даю, градиент. И, в общем, он пока что этого не знает, он этого не понимает. Мраморный градиент, ребята, это самый лучший нож, честно. Вот. Хоть бы какой он ни был, хоть керамбит, хоть даже нож-бабочка, там, я не знаю, нож-боу, и все равно, это все равно мраморный градиент, он хороший, в общем, скин. Так. Так, ладно. Давайте пока что мы остановимся на этом, давайте я выйду отсюда, потому что здесь я уже нашел парня, который решил получить нож. Так, давайте мы уже с ним переписываемся. Кидай. Привет. Короче, ладно, кидай трейд ссылку. Он пока не понимает, потому что он не понимает. То есть, видите, я не своего друга добавляю, то есть ему даю. А так нет. Нож находится на сайте. Мне нужен. Сейчас. Мне нужна ссылка на твой трейд. Мне нужна ссылка на твой трейд. Ладно. Так, ну что, ждем, пока что он скинет эту штуку, свою ссылку на трейд. А я пока что посмотрю, что у него за скины есть и почему же он так решил получить нож. Так, ладно, давайте инвентарь. Так, в инвентаре у него есть скин. У него есть скин. Desert Eagle осадок. Это довольно-таки... Ну, нет, это не нормально... Как сказать-то? Это для него, для того, чтобы у него есть один скин всего лишь, но там есть еще один скин с наклейкой, в общем, неважно. Так, он мне скинул трейд. Так, окей. Окей. Даю керамбит мраморный градиент. Так. Сейчас он, чё меня, какая реакция у него будет сейчас? Лол. Так, гоу. Так. У тебя есть задержка по обмену?
Так, сейчас несколько вопросов ему задам обычных и все. Нет? Точно. Просто я когда скидывал другому парню нож, у него не отправлялся трейд. Так. Ждем. Пока что он ответит, пока что он это. Я не знаю, я смонтирую все-таки вот эти моменты, где там все-таки такое. В общем, ладно. Знаешь, сайт 4 cases real. Реал. Вы не подумайте, что я не знаю название этого сайта, просто я решил так написать, ладно. Снего тебе придет сейчас трейд на нож. Просто от бота прими обмен. Так, теперь ждем, пока что ждем несколько минут. Мы ждем. Пока что, ну, примерно где-то минут 15 где-то мы ждем, пока что это все будет. Так. В общем, ладно. Так. Ждем. Пока что будет трейд. Так. Пишем ему теперь то, что. Пишет, что не может. Так. Ждем. Так. Ну что ж, давайте. Не знаю, всем отправляется через 15 минут. У тебя пишет, что есть задержка. Или бан. Или бан по обменам. Я пишу то, что есть задержка.